Жить, каб любіць. Сацыяльны праект пад такой назвай прадставіла студэнтка Баранавіцкага універсітэта Карына Кобрын. Выбар тэмы на конкурс «100 ідэй для Беларусі» не выпадковы. Яго, кажа Карына, абумовіла грамадзянская пазіцыя. Это хороший опыт показать себя. Мы проводим рождественскую коробочку, арт-ивенты, English-speaking-клабы, диалог-кафе, где мы пытаемся влиять на наш мир, изменять его. Мы нуждаемся в тренерах, в семинарах, в тренингах, на которых мы будем также развиваться, чтобы развивать наш проект. Для аўтараў 30 лепшых стартапаў в области адчыніў свае дзверы Брэсцкі навукова-тэхналагічны парк. Праекты прадстаўлены ў такіх намінацыях, як сацыяльная сфера, робататэхніка, інфармацыйныя тэхналогіі і шмат іншых. Мы являемся тем местом, которое создало государство для поддержки предпринимательства в научной, научно-технической и инновационной сфере. То есть идея создания таких организаций в том, чтобы дать возможность коммерциализировать, значит, свои инновационные разработки для начинающих предпринимателей. Экспертный совет признал лепшими 3 работы. Відео часопіс «Несумные уроки» наставников Жабинковской средней школы номер 3, отражение подвигу Михаила Кунахауца и проект по реабилитации и абилитации детей с ДЦП студентов Полесского университета. Усяго на республиканском этапе конкурсу Брестскую область представят 11 проектов. Наша молодежь должна уметь мыслить широко, раскованно. Наша молодежь должна уметь находить деньги на свои проекты. Наша молодежь должна развиваться. Поэтому это очень важная задача, решив которую, мы решим будущее нашей страны. Усе проекты увойдуць у банк молодежных идей, а так само презентованы усім зацікавленым у сферах экономики, адукации, медицины и приватного бизнеса. Первая встреча молодых вынаходников с потенциальными инвесторами прошла в гэты ж день у формате открытого диалогу. Конкурс «100 ідэй для Беларусі» працягваецца. Стаць яго ўдзельнікам можа кожны, хто ва ўзросце ад 14 до 35 гадоў, мае ідэі і жадае іх рэалізаваць. Галоўнае – крэатыўнае мысленне і мэтанакіраванасць.